Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardest at Info. Сегодня я покажу, как на устройстве Redmi Pad SE изменить язык. Чтобы на данном устройстве изменить язык, вам нужно будет перейти сперва в настройки, после чего здесь перейти ниже, слеснуть ниже, где будут расширенные настройки. Нажимаем на них, и здесь мы вверху увидим язык и ввод. Снова нажимаем, почему в самом-самом верху видим языки, у нас сейчас стоит русский, здесь вот, и можем изменить его на любой другой, например, поставим немецкий. Все, мы изменили язык, на этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки и до свидания.